слушали все одного человека. Ленин стоял на броневике, говорил про завод и про план пятилетки всей страны электрификацию он обещал. Вдруг откуда-то из угла появилась чернявая баба, просочилась она сквозь толпу, растолкала работников штаба, вытащила пистолет из ридикюля недорогого, прицелилась и сказала: «Я так ждала тебя, Вова! Я 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 так ждала тебя, Вова!» Быстро все произошло. Два выстрела, бах-бах, и вот Ленин ранен. Страсбург повезли его, и Володька успел прокричать нашей бане: «Ты прости, но надежда гробская, моя любовь!» Паника плана была чуть-чуть нездорова. Паника плана кричала снова и снова. Паника плана и было слышно в Комарова. Паника плана. Я так ждала тебя, Вова! Она скажет: «Ну здравствуй, Вова, надо как отношения завязывать». Я скажу: «Ну как вы, батенька, тут живы-здоровы?» Она скажет: «Лапки в лодках хреново», и начнет рассказывать. Вот пример: вчера приходил Дзержинский, нажирался, говорит, и стал танцевать. Ну, тоже мне, блин, 20-м Дзержинский. Он такая ботва, прикинь, круче, чем в фильме «Бубер». Хорошо, что приехал, Вова. Молодец, что не умер. Я так ждала тебя, Вова!